Время 5:30 вечера. Мы идем с Дианой на карусельке, пока наш народ спит. Диан, йоу! У меня солнце в глаза светит, поэтому я не могу показать нормальные глаза. Да. Сейчас мы там покатаемся, посмотрим, что за карусельки. Я уже американская горка, но я на ней точно не буду кататься. Диан боится на американских горках кататься. Ну да, вдруг она остановится. Да? И что делать? Да ладно, что ты, нормально. А Вова вообще платит. Пилип, пилип, пилип. Друзья, зашли мы с Дианой в парк Анапа. Боди-арт у нас тут есть. Смотрите, колесо обозрения здесь большое. Диан, куда идем с тобой? Вот там были лошадки. Хочу куда лошадки. Пойдем? Да, вот смотрите, там, короче, лошадки, вот видите. Ребят, ну, в общем, не купили мы на кассе билет на автодром. Вот, тетка сказала, типа, одну машинку можно взять на двоих. Диан, уже большая, посмотрите, какая она. О, какая девочка. Она уже сама каталась, а здесь не разрешают ей одну. Поэтому мы не стали кататься. Сейчас смотрим какие-то американские горки детские. Наверное, сейчас мы прокатимся с ней. Что, поедем на этих горках-то? Да давай, смотри, он какие малыши там катаются. Разочек. Да пойдем, Кофе. Мы уже прошли 100 метров с Дианой. Пока еще не выбрали ни один аттракцион. Потому что он то слишком для взрослых, да, Диан? Ага. То слишком для малышей. Вот. Вон, смотри. Вон, смотри, какой. Поедешь на таком? А? Поедешь на нем? Где? На том. На этом? Да. Вот этой? Ага. Я вот этой еще уйду, смотри. А, машинка. Тачка тут висит, зависла в воздухе. О. Выбрали мы один аттракцион, посмотрите. В общем, Диана выбрала себе лошадку пони покататься, все остальное ей не понравилось. Какие эмоции? Нормальные. Ну все, Диана прокатилась, довольная. Радость полны штаны. Угу. Да? Да. Смотрите, какая высокая карусель. Да, карусель огромная. Что, куда идем дальше? Да, можно колесо обозрения. Ребята, засели мы на колесо обозрения с Дианой. Да. Сейчас мы прокатимся, посмотрим, какая здесь высота. В общем, прошли мы по всему периметру и так не нашли нормальных каруселек. Поэтому прокатись на лошадке. Да, только покатайся на лошадке пони, вот сейчас на колесе обозрения. Ну, может, что-нибудь там еще сейчас увидим. Да. Да? Прокатимся. Да. Смотри, как уже высоко поднимаемся. Солнышко процветит, надо, наверное, в другую сторону надо сразу сесть, да? Давай. Давай туда сядем. О! Хочешь сюда с краешку сесть? Смотрите, друзья! Вон оно море! Вау, как нереально круто! Да? Да, скажи, Диан. Здрасте! Да. Здрасте! Вот, посмотрите туда, ребят.
Не страшно тебе? Нет. Вон наш отель там располагается. Блин, какие фотки. За фото что, реально? Давай, рассказывай. Очень что интересного? А? Этаж хороший, высокий. Вот кто-то испугался, но я лично не испугался, потому что я на этих уже была 100. Увидели здесь самокат на площади, много электрических. Вот сейчас зарегистрируемся в приложении Urent Bike какой-то и попробуем покататься. Да, да. Когда его обратно сюда привезем? Да, сейчас прокатимся, да привезем с тобой. Давай. Прокатились мы с Дианой на самокате. В общем, такое дно. Мы его полчаса сначала настраивали, там что-то у него газ не работал. Потом он нас поехал. В общем, так покатались чуть по набережной. И обратно пропарковали туда. Там после того, как катаешь, надо сфоткать полностью, что ты его закрыл. Ну, в общем, как каршеринг типа такой фигни. А мы уже подходим к отелю. Сейчас возьмем шашлычка. Думаю, перекусим. Может взять еще мороженка? Да.